Ребята, муж вообще обнаглел. Целый день лежит с кровати, его не поднять. Мы, главное, на днях пересматривали Гарри Поттера. Вот я и решила заказать себе волшебную палочку. Вдруг поможет. Ну ты, может, хоть посуду помоешь? Встанешь с кровати? Лен, ну а туалет мне, ну не вижу, я змейку играю. Иди сама мой посуду, тут не мужское это дело. Все, не отвлекай. Ладно. С кровати встала, с попы поднималась. Конечно, все сделаю. Для любимой жены ничего не жалко. Сейчас. Ну, чудеса. Ну, Лен, все, посуду помыл, теперь могу самим делами заняться, да? Ну? Жене на ноги массажу с разминаус. Лен, давай-ка лучше тебе сделаю массаж на ноги. Ну, давай. Ой, Димка, ну и руки у тебя. Лен, ну у тебя и ноги мягкие. Ой, что-то я такая голодная. Слушай, приготовь-ка мне обед. Лен, ну давай сама себе приготовь, а? Вынуждаешь. Обеду кус приготовлю. Шеф-повар-кок Дмитрий Иванович в деле. А как варить-то эти вареники? Даже не знаю. Точно, спрошу у голосового помощника Маруси в ВК. Мне жена постоянно так делает. Маруся, сколько по времени варить вареники? Опустить вареники в кипящую воду и после закипания воды, как только они всплывут, варить 7-8 минут. Ну, все, спасибо, Маруся. Вперед! А еще, Маруся, включи мой любимый плейлист в ВК музыке. Кстати, Марусю можно установить ассистентом по умолчанию в Android, и она будет помогать вам еще быстрее. Ну круто же, что такая маленькая Маруся – дружелюбный и эмпатичный ассистент-друг. Ну, вареники сам лепил. Пробуй. Ну, дорогой, надеюсь, не отравлюсь. Чё-то я сегодня устал. Ну, сегодня по тебе прямо плачут. Награда – лучший муж. Ладно, разрешаю тебе отдохнуть. Это что такое? Новая спиночиталка у Ленки, что ли? Ну-ка, попробуем. Так это что ли? Любимый, успокойся! Ты не так все понял! Нормально же общались! Ну уж нет! Носки мои будешь стирать вручную! Носки вручную стиралось! О!